Здравствуйте, мои уважаемые зрители. От меня давно уже не было видео, и мой канал начал понемножечку ржаветь. Поскольку я сейчас все поглощен работой над обзором на игру «Князь Легенды Лесной Страны», который я на этот раз делаю в соавторстве, и надеюсь, что обзор все-таки выйдет к концу месяца, я все-таки решил по многочисленным просьбам сделать анбоксинг. Но как бы поскольку игр за последнее время, которых я заказывал преимущественно на сайте eBay, у меня накопилось достаточно много, я решил делать анбоксинг, в принципе, на все вот эти игры. Ну, например, первая игра, на которую меня, в принципе, просили больше всего сделать анбоксинг, это именно японская версия Road Rash для приставки Real Fredio Interactive Multiplayer System, известная в простонародье как просто Panasonic Fredio. Собственно, сама игра выглядит вот так. То есть вот он перед, вот он, собственно, зад. Ну, вот так выглядит диск. Вот. И, собственно, идет руководство пользователя. То есть, значит, что примечательно по поводу самой игры, то, значит, игра, в принципе, от английской версии мало чем отличается. То есть, как известно, японцы при локализации каких-то западных игр, особенно на Фридио, могли там частично переписать музыку, были переозвучены диалоги. Здесь вот такого нету. То есть здесь все как в английской версии, и исключая только такой момент, что некоторые подписи, то есть некоторый текст в игре, больше содержащий дополнительную какую-то информацию, он был переведен на японский. То есть если вот вы сейчас, в общем-то, видите вот этот скриншот, то, в общем-то, тут вот очень хорошо показано, как, например, в самой игре это все выглядит. Ну и, к слову сказать, вот здесь в самом конце, видимо, идет какая-то карточка зарегистрированного, регистрационная карточка пользователя или что-то в таком духе. К сожалению, я не знаю, собственно, японского, поэтому вам точно не могу сказать, что там написано. Вот, кстати, задник. Значит, следующую игру, которую я бы хотел обозреть, это именно такой вот эротический стратегический симулятор порномагната под названием Wed the Sex Empire или Lula the Sex Empire. То есть, в принципе, известно у нас как, в общем-то, жар этот самый империя секса, как ее переводили. Потому что все-таки локализация русская ее была. К сожалению, русскую локализацию мне найти не удалось официальную. Поэтому я, скажем так, заказал немецкую. То есть, ну вот так, в общем-то, выглядит диск сам. Вот такой, в общем-то, у него задник. Собственно, вот здесь сам диск. Ну и вот руководство пользователя на немецком. Разумеется, потому что это все-таки немецкая версия. То есть вот. Также здесь в конце присутствует регистрационная карточка, поле для заметок. И есть вот, например, скажем так, какой-то анонс продукта, в том числе и второй части этой игры. А также есть более позднее переиздание этой игры, тоже немецкое. И здесь, что символично, то есть выглядит вот оно вот так вот. Вот, то есть, вот. Вот так оно выглядит. Здесь, собственно, сам диск. Вот. И вместо вот, например, руководства пользователя идет краткая инструкция по установке диска. А также, что примечательно, здесь вот, например, как реклама идет именно локализация, скажем так, русских и украинских игр для Запада. То есть это в данном случае Sudden Strike,
оно же противостояние, и казаки. То есть вот, собственно, реклама их антологий. Кстати, в комплекте вот к этой игре мне прислали еще вот такой вот диск в подарок. Это немецкая версия второй части Tomb Raider. Значит, здесь, скажем так, оно, видно, выходило какому-то журналу. Ну, поехали дальше. Следующая игра, это уже более позднее издание, по-моему, если не ошибаюсь, уже 2003 года, такой игры, как Vampire the Masquerade Redemption. То есть, вот так выглядит сам диск. Вот так, собственно, выглядят сами вот игровые диски. То есть это установочный диск, это вот игровой. А вот здесь такое как бы краткое руководство пользователя идет. В основном больше про то, как все-таки этот диск устанавливать. Вот. Также мне пришел вот наконец-то все-таки ПК-версия игры Indiana Jones и Infernal Machine. То есть вот так, в общем-то, она выглядит. Руководство пользователя все-таки здесь присутствует на самом диске. Дисков здесь, в общем-то, два. Вот так вот они сделаны. Вот таким вот образом. Следующая игра, которую я заказывал, это вот, собственно, такая вот игра Stolen. Известна именно локализация Такелы для ПК как Stolen Ограбление века. Вот так выглядит версия для PS2. Вот так, собственно, выглядит сам диск. И вот здесь есть руководство вот пользователя. Вот так вот оно. Значит, выглядит. Вот, то есть, в принципе. Ну и напоследок хотелось показать вам еще два интересных диска. То есть первый — это коллекционное издание третьей части «Князя». Собственно, вот оно. Вот так оно вот выглядит. Вот эту вот картоночку мы ее снимаем. Здесь, в принципе, все то же самое. И именно вот здесь, как бонус, были все другие игры серии, то есть все предыдущие три игры. Вот, именно как бы с вот этой версии первой части «Князя» я в основном и буду записывать видео геймплея, поскольку, как вам известно, у меня есть только уже, к сожалению, немецкая версия данной игры, известная как «Конунг Легенд оф зе Норд». Вот. И достаточно, тем не менее, очень редкий диск. Это вот оригинальное еще издание мультимедийной энциклопедии, вот «Наутилус погружения». То есть вот так вот оно выглядит. А вот так вот, собственно, выглядит сам диск. И, собственно, вот здесь такое краткое руководство пользователя, как его устанавливать. И, собственно, вот сейчас покажу. Вот он, сам диск, в принципе. Ну, на сегодня это все. До новых встреч!